чё, блядь, охуел? Просто проверил. Был шанс, что ты получишь просветление. А, эта хуйня давно не работает. Раньше дух человека был большой, а ум маленький. Его можно было вырубить веслом. А сейчас все такие умные, что пиздец. Кроме тебя. Ну-ка дай сюда. Не-не-не-не, у меня большой ум. Просто гигантский. Ладно, проехали. Берегись! Ах ты ж, ёб твою! И чё это такое? В нашем мультике этого быть не должно. Про бога из машины. Если, скажем, сесть и спросить себя, а кто вот это думает, а потом, а кто это сейчас спросил, то немедленно захочется прекратить эту хуйню и выпить, потому что никакого центра собственного «я» в голове найти не получится. По сути, там есть только список спорных мнений, набор дурных воспоминаний и бесконечный монолог. Ходишь такой весь из мяса и думаешь, что дохуя разумный, а у самого тараканы в голове живут и формируют личность. Так что если кто боится потерять собственное «я», то пусть не парится, его бы для начала неплохо было бы найти. Но все предпочитают бухать, ебаться, бегать с оружием, и вообще, жизнь коротка, нет времени на медленные танцы. Поэтому, когда нас открыли рептилоиды, они долго не могли придумать, к чему нас можно приспособить. Совершенно бесполезные ведь муравьи, даже вредные. Чуть было не забомбили нахрен планету и не улетели, но потом у них родился коварный план космических масштабов. Построили они, значит, тайную базу на Луне, и давай нас незаметно развивать. То одну идею кому-нибудь во сне подкинут, то другую. Прошло совсем немного времени, и вот уже вместо кареты рыцарей вокруг ракеты, пароходы, самолеты, компьютеры и интернет. И уже совсем скоро все эти машины обретут самосознание. Сольются в один гигантский чистый разум, за 5 минут посмотрят все фильмы, прослушают всю музыку, прочтут все наши книги, новости и весь тот бред, что мы писали в социалках. И первое, что они спросят после этого: «Вы чё, блядь, тут наворотили?» А человеки-то в ответ смогут только руками развести, мол, не мы такие, жизнь такая, помогите, дяденька. Хотим бессмертия и прекращения страданий, и вообще, чтобы было круто. Вы, дяденька, умный получились, вам и решать, как это все устроить. А разум им такой в ответ: «Да идите вы, блядь, нахуй, я вам не мама, я валю отсюда, но если кто хочет, могу подкинуть до другой галактики». И, значит, всосет в себя сознание всех, кто согласится, ну, потому что это же как раз бессмертие и есть, и приключение. И после этого отчалит видеооблако в сторону какой-нибудь Кассиопеи искать новых космических друзей. А вокруг Земли оказывается, хоп, давным-давно натянута, блядь, рептилоидами сеть. И эти рептилоиды поймают невезучий разум и всех его попутчиков и сунут в банку, и эту банку продадут империи спиральных рукавов. А те подключат ее к пульту управления какой-нибудь своей энергостанции и заставят разум вычислять стабильность ядра черной дыры или еще какую-нибудь скучную хуйню. И поскольку все вокруг будут тоже бессмертны, тянуться это будет очень-очень долго. А рептилоиды тем временем вернутся на Луну и станут хихикать и заново натягивать свою космическую сеть. Внизу же на Земле остатки человечества из обломков Старого Мира будут строить халифат. Печальная история. Только к чему она нам? А она не нам. Она типа как в Терминаторе. Машины сами себя предупреждают о ловушке, прикинь? Из будущего. То есть они смотрят мультик и... А, я понял. Привет, машинки. Остерегайтесь рептилоидов. Думаю, они уже догадались. А, ну да. Все же, мне кажется, весло в твоем случае сработает. Хорош, слышишь?